Чиновникам Одесской мэрии придется отвечать за грубейшие нарушения правил карантина во время празднования Дня города. По этому факту руководство национальной полиции начало уголовное производство. Эпидемическую ситуацию в Украине обсудили на регулярном селектором совещаний у президента Украины. Представители Министерства внутренних дел сообщили о нарушениях правил карантина при проведении праздничных мероприятий ко дню города в Одессе и Днепре. На Потёмкинской лестнице собралось несколько тысяч зрителей, и мало кто из них надел маску. Как считают в полиции, организаторы концерта должны быть оштрафованы на 170 тысяч гривен. А если будет доказано, что празднование привело к увеличению больных коронавирусом, начнут уголовное производство в отношении конкретных лиц. Во время выездного заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования в Одессе 11 сентября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможности начать уголовное производство уже через две недели после праздника.